И в продолжение темы. Избирательную активность на выборах проявляют, как правило, люди преклонного возраста. Для того, чтобы молодежь тоже не оставалась в стороне от политической жизни страны, в нашем районе при поддержке территориальной избирательной комиссии «Славянская» проводятся разнообразные тематические мероприятия, направленные на повышение политической грамотности молодых людей и их электоральной активности на выборах. Одна из таких встреч со славянской молодежью прошла накануне единого дня голосования в межпоселенческой библиотеке. Еще раз напомнить юным избирателям о российской системе голосования, проверить, насколько ребята знают избирательное законодательство, решили в игровой форме. Для студентов славянских техникумов и института была проведена игра «Brain Ring». Дети принимают очень активное участие. Уже есть слаженные команды, которые занимают определенные места. И мы сегодня, думаю, будет определено лучшее. Лучших определяли среди 4 команд, представлявших такие учебные заведения, как Славянский сельхозтехникум, электротехнологический техникум, техникум экономики и права, а также филиал Кубанского госуниверситета. Ребятам необходимо было набрать наибольшее количество баллов, правильно отвечая на вопросы ведущего. Сколько времени будет длиться голосование на избирательном участке 10 сентября 2017 года? Сколько времени? 12 часов. Хорошо. Ребят спрашивали и более сложные вопросы, например, чем отличаются дополнительные выборы от повторных, или как называется наименьшая территориальная единица, созданная для подсчета голосов. Много вопросов было посвящено выборам в законодательное собрание края. Больше всего правильных и точных ответов дала команда Славянского электротехнологического техникума. Они и стали победителями 3-го сезона игры «Brain Ring». 2-е место у студентов сельхозтехникума, 3-ми стали ребята из КубГУ. Призеры были награждены дипломами. Помимо наград с игры, молодые люди унесли твердую убежденность в необходимости принимать участие в выборах. Так что 10 сентября, в единый день голосования, все, кому исполнилось 18 лет, обязательно придут на свои избирательные участки и проголосуют. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».